observăm în ultimele 2 săptămâni o creștere esențială a cazurilor de COVID la copii. На протяжении последних 2 недель мы наблюдаем значительный рост случаев заболеваемости среди детей. Все койки в детской инфекционной больнице заняты. Мы распорядились, чтобы готовили ковидное отделение в детской больнице имени Игнатенко. Сотрудники Минздрава должны распорядиться о подготовке больничных коек и в других республиканских больницах. Мы считаем, что, учитывая количество заражений, очень важно активировать под ковид-больницы и больничные пространства на севере и на юге. Spațiilor sau spitalelor pentru COVID pediatrice și în zona de nord și în zona de sud a țării. Столичный чиновник также отметил, что Кишинев остается в зоне оранжевого кода эпидемиологической опасности, и все жители муниципия обязаны носить защитную маску, где бы они ни находились. Acolo unde într-un birou sunt deja cel puțin 2 angajați. Если в кабинете находится как минимум 2 человека, обязательно необходимо ношение защитной маски. Также маска необходима в коммерческих помещениях, магазинах, общественном транспорте и в местах большого скопления людей. Мы обратились в МВД с просьбой провести проверку соблюдения ношения масок и санкционирования нарушителей в случае необходимости. Напомним, на прошлой неделе после подтверждения появления в Молдове штамма омикрон был продлен режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Власти сообщили о том, что в стране появился первый случай заражения новым штаммом коронавируса 11 января.